Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Новые правила сдачи экзаменов на водительские права вступят в силу не с октября нынешнего года, а с апреля 2021. Правительство страны перенесло сроки из-за пандемии. Теперь, считают власти, у автошкол будет больше времени, чтобы подготовиться к нововведениям. Главное из них, напомню, объединение практических экзаменов «Автодром и город» в одно испытание. Инициатор поправок МВД считает, что при подготовке водителей надо больше уделять внимание практике в реальных городских условиях. Трасса 101. В России в два с лишним раза вырос спрос на новые мотоциклы, сообщает «Автостат». Агентство сравнило ситуацию с продажами в первом квартале этого года и в первом квартале прошлого. Лидируют по популярности с большим отрывом мотоциклы BMW. На втором месте индийский бренд «Баджадж». Бронза у «Рейсер». Это барнаульская фирма, которая собирает байки из японских, китайских и тайваньских запчастей. Трасса 101. «АвтоВАЗ» запустил продажу автомобилей онлайн. На сайте предприятия с менеджером дилерского центра дистанционно можно уладить любые нюансы – цвет, комплектация, дополнительное оборудование, способ оплаты и так далее. Машину покупатель сможет забрать в автосалоне, либо ему ее доставят на эвакуаторе. Трасса 101. Компания «Хавейл» не отказывается от планов по запуску в нашей стране продаж своего рамного внедорожника H5. Стоимость новинки пока неизвестна. Машина будет оснащаться 4-цилиндровым 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 либо 177 лошадиных сил. Уже в базе будут присутствовать климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки, мультимедийная система. Трансмиссия только 6-ступенчатая механика. Привод полный с электронным управлением. Выпускать автомобиль будут в Тульской области. Трасса 101. Люди смогут получить от государства почти по $1500 на покупку новых автомобилей. Речь идет о Китае. Такая поддержка, по мнению властей Поднебесной, не даст автопрому загнуться. Кроме того, субсидии и налоговые льготы будут продлены в отношении владельцев электро- и гибридных машин. Всего в Китае в автомобильной промышленности и смежных отраслях занято около 40 миллионов человек. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.